Ассаламу алейкум, друзья. Сегодня у нас 13-й день выезда в рамках нашей благотворительной акции «Поделись едой в Рамадан». Мы приехали в дом инвалидов по слуху и зрению. Шестой микрорайон до трасс, 90 квартира. Көзі көрбегенден, ана құлау бағандардан тұтықтар бар, 90 квартира. Көн мұқтаж, көп балалылар бар, балдары инвалидтер бар, көй саялы инвалидтер бар. Шоп помушка көн желі мұқтаж. Очень благодарны вам. Сейчас так трудно вообще, и вы нам уделяете помощь. Спасибо вам огромное. Мы искренне вам благодарны, потому что нам тяжело жить на пенсию. У меня вот, например, трое детей, плохое зрение. Я сейчас в данный момент в декрете. Даже подгузники стоят очень дорого. Ни на что не хватает у нас. Ни на продукты, ни на что. Пенсия маленькая. Ну, тяжело очень нам. Но мы вам очень благодарны. Дай Бог, чтобы были подобрее мы и получше тоже. Может быть, мы будем полезны тоже для общества.